Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня герой обзора – радар-детектор Neoline X-Scope 4000. После просмотра вы сможете обсудить эту модель в комментариях и, конечно, не забудьте поставить лайк. А чтобы приобрести прибор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Автомобильный радар-детектор предназначен для обнаружения полицейских комплексов, которые измеряют скорость движения транспортного средства. Модель компактная, в черном цвете, ее можно зафиксировать на лобовом стекле или приборной панели при помощи удобного крепления присоски. Создан на базе новой платформы повышенной чувствительности SD-TCT+, которая гарантирует своевременное обнаружение сигналов широкого спектра диапазонов, в том числе маломощных полицейских радаров. В устройство интегрирован GPS-модуль, отвечающий за обнаружение точек координат полицейских радаров, которые были ранее установлены в базу GPS. Так же, как и свои предшественники, имеет встроенную базу радаров России, Беларуси, Казахстана, Украины, Европы, Азербайджана, Армении. Для использования устройства в странах ЕС, где запрещено использование радиомодуля, необходимо отключить все диапазоны частот, при этом только GPS-модуль останется активным. Новейшая платформа SD-TCT+ и специальная настройка ПО позволяет уверенно детектировать слабые сигналы, получаемые от маломощных полицейских радаров. Антенна радар-детектора более чувствительна к поступающим сигналам, что также положительно сказывается на обнаружении радаров на большом расстоянии. При выборе режима X-Scope чувствительность детектора изменяется автоматически в зависимости от скорости автомобиля. Оповещения полностью отключаются при медленной езде в городе, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Функция цифровой фильтрации сигнала помогает отделить его от шума, существенно уменьшив количество ложных срабатываний. Для обновления базы данных опасных участков дорог устройство необходимо подключить к компьютеру. О достоинствах и недостатках модели расскажу здесь, сначала отрицательные. Иногда срабатывает на другие антирадары. Динамик захрипел и умер через 2 месяца. Ругается на другие антирадары двери супермаркетов. Не видит ничего, кроме автодории и некоторых переносных камер. На некоторые камеры реагирует только миганием индикатора без звукового оповещения. Позорные светодиоды в индикации. Обновить без подсказки сложно, техподдержка посредственная. Теперь перейдем к положительным. Ловит все радары, на заправке молчит. Не всегда оповещает о передвижных переносных камерах. Симпатично смотрится. Детектирует любые радары, это проверено уже. Диоды не гаснут. Радует звуковое и голосовое оповещение. Быстро определяет местоположение. Управление простое, режимы сами меняются в зависимости от скорости. Я жду обратной связи, пишите свое мнение в комментариях и ставьте лайки. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Будьте внимательны на дорогах и до скорой встречи на канале «Правильный выбор».